Какие-то вороны, блядь. Здесь спомер его, едят на вороны. Ты только знаешь, что? Только потом маленького это увидите, новое белье, блядь, новое, вот и все. Чтоб позировать как. Подождите. Смотрите, я сейчас будет у него. Подожди-ка, у меня есть вон дверь. Кто есть? Вот как раз нахуй. Ты только сетки не говори, а то она тебя, блядь, жаба задушит. Хули там, нахуй. Воды нет, нахуй. Вот как красиво, нахуй. Охуел, что ты же, блядь. Дед охуеет, да, нахуй? Да я лучше бы пью. Я лучше за водой сбегаю, ну-ха, да? Ну что, блядь, ты же... Ну я не знаю, где тут. Да ты представляешь, а представляешь, водка будет краситься, ты его найдешь, нахуй, воду. Снег идет, нахуй, снег идет, блядь. Паша, я хоть и буду пьяный, но я... Похоти. Ну хоть, дед, скажи свое коронное слово. Людям нравится, когда ты говоришь, пошел ты нахуй. Вот такой. Не мне, просто скажи слово. Скажи, пошел ты нахуй. Не, вот я не скажу. А, водки там. Да бесполезно. Два пузыря. Да пошел ты нахуй. Три пузыря. Бесполезно. Четыре пузыря. Бесполезно. 100 рублей дам. О! 100 рублей можно. Скажи, пошел ты нахуй просто. Да не мне же, просто скажи, просто слово скажи, людям нравится, когда ты говоришь. Ну зачем я буду? Ну ладно, дед, не хочешь 100 рублей, не надо, не дам тебе. Да пошли вы нахуй. Все, потом сниму деньги, блядь, отдам вам с рыжиком. Потом приедем вас без, я в банкомат заеду, у меня денег просто нет, сниму тебе, дам вам, бежать. Да вот, у меня казначей-то вот он. Ну вот я вам дам, не переживайте, что ты? Я, что у меня вот. Есть, я ему все отдаю. Вы хоть не волнуйтесь, рыжий, тебя-то, блядь, рыжий, люди любят нахуй. Только по паскудник две серии пропадал, нет, блядь. Я из горла. О, бля, нихуя. Вот это, 15-летний дедушка, блядь, дает нахуй. Киша, ты ушел за мясом и пропал нахуй. Светка, ты иди нахуй на свет, блядь. Ну давай, дедушка, покажи мастерство, как 15-летний пьют нахуй водку, блядь. Смотрите. Вот, молодец. Все. Яйцом закуси, дед. Пошли, Светка, туда, на свет хоть. Сейчас кисть охуеет от красоты, Светки, наверное. А я знаю, что это. Сегодня... О, РЖД уже, блядь, ёпта мать, нихуя, блядь. Чё, куда погоним? Пошли туда. Кисть, ты чё хотел, там место достать или чё закусить? Пошёл и пропал, на Светка пиздала. Остановила, наверное. Хуй тебе, а не хлебушка, дедушка, блядь. Яйца ешьте, нахуй. Я в шоке. Рыжий, будешь краситься? Давай деду еще покрасим, нахуй, бороду ему. Понятно. Рыжим бороду покрасим. Так, ведерочка, дай мне вот эту деду. Обесветим, нахуй. Подальше сюда куда-нибудь. Светку давай, сади, нахуй. А ты что, братан, не пьешь? Нет. Да пиздит он, блядь. А расческа? Нельзя пить, нахуй. Не, расческа еще нужна. И пиво не пьешь. Пошел ты нахуй тогда отсюда, да? Нет. Иди ты нахуй. А это, блядь, шутки, что ты дед, блядь? Да я понимаю, но я не матерюсь. Ну а как я без расчески? Молодец, ну. Так руками помнешь тебе. Вон, возьми валик. Так руками помнешь. Ну все, Светка, кисть запоминай, какая она была, блядь. Сейчас будет вообще. Сейчас будет. А еще надо приготовить мешочек, потом будет, чтобы на голову так сделать. А вон пленку. Да пойдет, нет, чтобы сразу завязать его, да, вот по пояс. Да. Да. Так, держи вот так. Да. Это как его? Чтобы... Серега, ну это... Чтобы стало дышать так. И вот так вот вырезать еще мешочки, как его, ну, лицо, чтобы дышало. А шапка есть такая, нет, где-то? Ну, я сам так. Не, да вон... Мешок какой-нибудь. Наш какая-то куда-то, ну это камуфляжный. Да, дед с Мишкой нашел общий язык. Смотри, ты бабушка, я тебе говорю, да, есть такая. Да, без расчески там вообще капец. Нет, нет расчески, шелки. Белым цветом будет? Нет? А каким? А что ты сказал тебе? Я разобрался. А этот нет. А это каким цветом будет? Пришел. Старый Мишка. Мишки, старый Мишка, там ребят, иди к нам лучше поговори. Покрасок. А у меня полковник. Кисел, проснется похмелье, не знает ее нахуй. Не. Ты знаешь что? В автобус уже по зеленым будет заходить. Идите, идите, идите. Туда, ну, поехали. Мы так уже заходим. Что, Светка щипит? Ну, давай, все, выезжаем, да? Здорово, Толя. Город стоит. Да, я говорю. Я говорю, этого... Не, не говорю, подай туда, хотя бы по 10 рублей. Они говорят, что у вас денег много, что ли? Нет. Они уже там все, они ушли, они уже спрашивают, что ли? Денег много, что ли? Ты где, блядь? Да?
Смотри. Альбом-то хоть есть? Там вот так изыграл, что облить бы, да и все, что лучше было, что ты. Это белая краска, которая? Которая бульдога красит. Бульдога ты видел, нет? Вон, валиком ее прокатать нафиг, да и ты чё, блядь, завёлся? Я нахуй. Охуел? Охуел, что ли? Счастье, охуеет, нахуй, киса, скажи. Краску на тебя отойдет, ты чё её? Совсем, что ли, уже? Всё, киса, она тебя... Хуй тебе, скажи, выгоните тебя из дома. Красивая будет. Ну, блядь. Ну, дай-ка телефон, где телефон? Давай, выйди. Сейчас я наберу. Кто это, с кем ты как разговаривал-то? Я рассказываю. Не надо ничего. Не надо, не набирай. Давай ты лучше закуску не сиди, пошел за мясом, пропал нахуй куда-то, блин. Да? Не, я уже мясо наелся сегодня с утра, со вчерашнего дня. Как ушел за мясом? Ты? Вчера ели, нахуй, нихуя не доели. Дед не матерится нахуй, слава богу, нахуй, дед не матерится нахуй. Ну, значит, шарик еще не такой был большой. Кто? Блядь, целиковую курицу туда въебали, нахуй, блядь, охуеть можно. Да еще есть там. Блядь. Нахуй ты все рассказываешь? Еще есть три курицы. Опа, да. Киса едет к вам, нахуй. Ух ты. Ох, да. А он не знает. Киса. Рыжик говорит, а где до пизди, сейчас пизды получишь, нахуй я разговариваю. Рыжик, а что у тебя, блядь, на брови опять упал? Три курицы, так это что-то надо, так это, ну. На кулак или что? Какой-то мангал, что-то. Какой кулак? У меня земля поднимается. Кулаки могут быть, земля подана. Ты что, брови, блядь? Что, щипит сетка, нет? Два дня. А это потому, что вот от этой краски, все, тем более, блин, это... Пиздец. Что-то на каким-то воняк. У Светки волосы выпадут, нахуй. Я тоже. Киса утром встанет, охуеет, нахуй. Светка лысая, блядь. Волосы выпали. А это к лучшему, блядь. Почему? Что, дед? Киса, помоги ему расправиться. Хожу туда куда? Расческу, блядь, расчесываться. Ну, да, а как, почему нет расчески-то? Как нет? Как на стол? Нет? А, нет, здесь-то нету, думаю, это я. Ну как, я у меня живот. Вы живете здесь, киса, или где? Ребята, я здесь приятно. Живете или... Вон, да можешь прилечь нахуй даже. Не. Только не ссы, блядь. Как брат родной ну, сын занесал. Этот, блядь, багажник нассал здесь. Мы его тут на днях видели. Я не суть. Бабская шмотка за ним башит. О, как, расскажи. Забирай нахуй Вовка отсюда, он нахуй тут не нужен. Багажник, помнишь, что ты раз приезжали-то? Бородой, блядь, бородатый нахуй. Да бородатый. Да он здесь и обоссался, и... Бульдог там весь туалет обоссял, блядь. Как нет, ходил я охуел. Я так помню, что багажник тебя не называли. Нет. Что, он дед? Он дед, блядь. Дед старый, старый. Смотри, видишь, он осветлеет. Да? Ну, блядь, нихуя сразу. А этот багажник, ну его нахуй. Тебя выгорает нахуй. Да он нихуя. Сюда вот, ладно, с края. Багажник даже может и насрать сюда. Ты же говорил, он засрал. А, блядь, дед его заставил убирать нахуй, блядь. Хуя охуеть, ну ладно, в бункере, блядь. Куда ты помнишь, что он привозил-то? В квартире, ну. Нахуй, блядь. Не, помнишь, дед говорит, пошли вы нахуй, я вас убью, побежал. Эти заставили его, блядь. Все, ребята, краска идет, покраска идет, рыжий наливает, нахуй, под покрасочку. Яйцо-то хоть дай. Нихуя, блядь, это... Я наверху сижу, дед отправил. Андрюха взял. Говорю, пойдем. Что, эти, фанфорики? Что, есть это? Не, фанфорики, это... Дезодорант. А, ну. А какой дезодорант, он, блядь, все духи нахуй выпил у гнома, ну, духи. Нахуй. Гном там этих духов нахуй собирал, он их выпил, всю бутылку что, мне. А гном кайфовал по духам, что ли? Ну, я говорю, да они нахуй не нужны. Не-не-не, это, блядь, он нахуй. Смотри, чем дум? Есть вода, смотри-то. Есть вон у них. Танька. Вода-то есть? А что, Танька спрашиваешь, Танька-то кто знает? Танки похуй, ее накрасили и еще. Брода ебись, на колонку. Вроде бы там сказали, есть? Киса на колонку сходит, блядь, помоет голову. Нет, Света как-то в туалете моет голову-то через кранчик. Там кипяток-то еще смотри. Так что, и что, и сварим сразу на голову, покрасим, сварим, блядь, все. Так, подними голову, сейчас я тебе пройду. Такое же, как яйца выгуливаю. Мозгов так-то нет, не боевых. Нет у меня мозгов? Добавится, что мозгов. Через неделю будет. Родительский день. Понял. Когда он будет? Во вторник. 7-го. Да хреново. Так, мне пакетик дайте, а то она сегодня там где-то 2 недели еще. Там 9 дней, блядь, еще. Ты что? Да. Ну, это во вторник и будет получаться. Народ, дайте мне пакет.
Мне надо за это самое заделать. Это кизда такое пойдет. Голова влезет, не влезет, маленький. Вон пакет. Пришел, там рыбелин, залезет в этот пакетик. Огромное. Давай ее намылим. Да. Залезет. Тын. На похуй звонит, как нам сейчас. Нет, нет, не лезет. Сделай. Давай пакет лучше, вон пакет. Давай обычный пакет, но вон что там. Из-под хлеба нахуй. С крошками прямо ей. Это дрожжи, это полезно. Какой она цвет-то будет? Какой получится такой? Да. Лишь бы волосы остались, самое главное. А там похуй какой цвет надо. А я-то, во. Опа, очки нахуй, фраер, рыжий побрил. Да ну кого? Что, пакет нас блять не может. Короче, я пошел. Ну, пленку ебануть на другу. Не, я-то брею сразу. Прихожу. А ты же сказал, говорит, нашла мне в шею. Танька нашла в шею. Не танька, вот это. А ты обиделся? А я-то хули. Так, дальше что как? Ну не так, царапаешься, так. Я... На шее завязывай. На шее завязывай. Да ну нахуй так-то. А как? Делай. На шее завязывай. Вот так. Добрый вид, да? Это делается. Вот так. Ну и перед Лехой прихожу. И засунь мне вот эту штуку туда. Я говорю, Леха. Ну, машинка-то есть, он говорит. Нет. Как, говорит, Толян, сколько ходишь и знаешь. О, я говорю, а бремени. А ты что, не профессиональный, что сетку красил? Без расчески, какой профессионал-то там? Рядками надо, блин, делать и промазывать все. Ну вот на меня и. Ладно, хоть у меня это. Как его? Штаны есть дома еще одни. А что? Ну так делаешь, да хуй сейчас вот пиздяк. Ты-то как красишь? Меня красят. Тебя красят. Где мусор? А Сеньку тоже красят. Вон ведро. Ты что у них мешок, у них бедра, блядь. Киса, опять на жопу танки раз поглядывает, хорошо. Смотри, как кажется. Не за это, не за это. Да ладно, иди хоть, блядь. А, точно тебе нельзя, блядь, то, что ты Андрюху уже знаешь, правильно. Знаешь, че? Ты зачем? Нет, то, что Андрюха так, так я с ним понимаешь, как бы это. Ну, ты. Нормально, пиши, пожалуйста. Из кривона подвал, посмотри, вон. Так, что мы с вами клеились? Было бы табуретка, ты бы был бы бабушка, да? Было бы... Калифан, Андрюха, да. А я, видишь, нет, я сидел. Ай, блядь. Ну все, блядь. Табуретку нашли. Киса, ты пришел, блядь, за мясом нахуй достать, блядь. Ну, закуски не пропал. Ну, а что хотел там достать, на что ты говоришь? Достать хотел какую-то закуску. Ничего нет, все вкусно. Мишка, все вкусно. Толян, а так клиники татарин. Ну, с тобой знакомый уже. Ты просто мне, наверное, не помнишь. Да тебя, блядь, хуй ты меняешь, блядь. Рожа шире, блядь, рыжего стало уже. Че ты чешешь-то, я наоборот? Не, хамелеон. Да, понял. Цвет меняет. Где? Смотри, смотри, смотри. На это, чтобы спинка не болела. Ну, вот так вот. Да, блядь, не штаны снимать, а, блядь. Все, знаешь, дергаю так. Так это нужно будет футболку снимать, лифчик все снимать. О, бля. Ты, блядь, да? А по-другому? Дед, блядь, дед, говорит, ну. Да я ну, не смогу. Ну, а кто тебе? А что не смог? Да, как ты, подожди, а как ты смог тогда так? Чуть не это. Не воткнул. А? Там чувствуешь? Кого? Ничего такого-то нету. А как? Танюшка сегодня без сил поедет, что ли? Вот такое-то, вот огушу. Ну, помимо, да, чтобы я хотя бы запивала сладеньким. Такое. Вы поедете, чего это, ну, сушеное, когда мы все нормально. Вот сам, сам поймал, что было бы пиво, вот а? Сам поймал, что рыбку ловил. Паша, вот так и живем. Ничего себе. Угу. Это как его? На коробке надо, это... надо время засечь. Хорошо. А. Вон у тебя будильник. Вон часы. 20, о, 18 минут. 18 минут. Там сколько надо? 30 выдержать. Поняла? 48, сколько скажешь, поняла? Садись деду на коленке и смотри за временем. Нет! Из Рима приехал. А что, ты можешь на сетку встанет? Ну, Танюшка можешь на сетку встанет. Нет? Ну, короче, вот оттуда она приехала. Танюшка агушу попивает, вареньем заедает, водку захлебывает. Ну, надо еще ложку варенья можно закусить. Ну, так варенье там есть, это надо нафиг. Это не ешьте. Это клубника, ее не ешьте. Оно хуёво. Там есть кружовник, вот кружовник ешьте. Это еда, что
она забродила, есть... что ли? А, у нас конечно. Даже есть это. Надо покурить, потихоньку. Земляника. Ну вас да. собрали что ли? А? Сам варил уже, что ли? Землянику. Давай, давай, давай. Рыжий. Давай это. Вставай нахуй, дай я сяду. Вставай отсюда, я сяду. Садись, рыжий, на коленку дедушки. Ну конечно. Сломай ему коленку. Слышишь, че? Я надо точно сделать кружу, блядь, на активу и вывести ее. Кто? Мы вот с Ловкой живем. Она нас перестает бояться. Вам нахуй бабы не нужны, да? Да нахуй он мне. С Ловкой живем, бабы нахуй не нужны. Ребята, кошка живая, ее не съем. Я что, блядь, или ложку привязывать, или... К Ловке, да? Ну правильно. Так и кого он к Ловке? Тут уже Светку бросать собрались, не слышишь? Кто? Кисышин? Ну, Таньки уехать хочет уже. То есть у вас уже киса Светка бросаешь? Она же пока если подожди, балдинка станет. Опа, опа, Светка. На нахуй! На нахуй! На нахуй! Пока. Тебе не видно. А, блядь, да. Конечно, ты кухарю, блядь, любишь все за себя. Кухарю, я похудел, охарен, чеши. Опа, все нахуй. Все, ну зачем это делаешь-то? Для чего? Во нахуй. Танька, разрушительница семьи, блядь. Что он с собой будет жить с вами? С тобой? Танька будет молодая. Ты, Танька, тебе сколько лет? Ты помоложе Светки же? 37. А тебе Светка сколько? Вот и все. Вот и все, молодая будет жена у меня. Да. Кису. 8. 38? Ой, так мы практически одногодки, чё. Так что Киса на год помоложе будет. Не важно, это... Да, это тебе кажется на год, блядь. А имеет год, то имеет значение, да, Киса? Киса, блядь. Сейчас Светка там. Мест, как тебе сказать, ну? Ты пока не бросай Светку, все-таки там блядь, деньги есть, честно. Потом бросишь нахуй. Пока-пока. А вообще, не, у Таньки тоже есть, блядь. Я хуй знаю, короче, обоих не бросай пока нахуй. Держись его обоих нахуй. Нет, нет. Сегодня праздник, ёбан. Светка, дай Таньке презерватив такой. Зачем? Да ну, нахуй, сейчас резинками не ебли. Да нахуй. Ебать этот через резинку. Так будешь ебать? Как люди говорят? Обязательно. Дед уже так будет ебать без резинки, блядь. Только говорил, ебать не буду, блядь, никуда не стоит нихуя. Сейчас уже ебать не будет. Водка, ребят, творит чудеса. Пейте водку, будет хуй стоять даже у 70-летнего деда, да? Да. Вот так вот. Водка творит чудеса, нахуй. Танька, вы что, на улицу будете? Это самое, это... Как? Все. Смотри. Да я смотрю, куда поставить. Все, блядь, Светка, я тоже хочу кошку, я же тогда хотел ее упереть, ага. Во, ну. Половину. А меня, видишь, дома-то практически нет, мне нельзя же вот это. Пять понаставили. У меня цветы так гибнут. Ну. Светка сейчас ходит возле Таньки, блядь, чтобы он киса на нее не поглядывал нахуй. А Таньке мало того, что этого кису забрал, еще и этого кису хочет забрать, блядь. У Светки двух кис забрать хочет, охуеть, блядь. Танька, блядь. Это не получится. Да, правильно. Пока у Светки есть деньги, нельзя ее бросать нахуй. Котенка только ты берет и всячек. Сейчас Светки, блядь. Да нет, я с удовольствием, так видишь, я не нахожусь дома практически. А чё, кисик? Они, блядь, самостоятельные два киса-то, блядь. А так у нее это, хатюнчики, что ли, блядь? Она кота? Конечно, говорит, а ты? У тебя все нормально на ночном фронте? Да нет. Да нет? Дед тоже? У меня вот утром вообще хуёво промеж ног, нахуй. Стоит? Блядь. Ну. Заебала эта хуйня. Да чё, блядь, встал. Опять дрочит, что? А чё нужно? Ты встал? Я хуй встал. Блядь, дрыхал. Блядь, чё я? Дома? И так, нахуй, и так. Всё, ну, пошёл поссать, всё, пиздец. Смену? Упал? Ты потерял. Ты потерял. Ага, а потом, нахуй, блядь, наёбываешь, нахуй, всё, смотрят, что можно, да. Вчера ещё иду. Ладно, хоть стоит. Короче, иду вчера. Мужик идёт. Ага. Здорово, старый. Я его здоровье знать не знаю. А я говорю, ты тебе в интернете видишь. Видишь, я тебе, блядь, я какой-то знаменитый уже стал, блядь. Дедушка, вот так вот нахуй, дед, блядь. Скоро у тебя, блядь, мы тебе на операцию на хуй соберем, чтобы у тебя хуй стоял постоянно. А кисок Таньки нам, и коконьки подкатывает, нахуй. Че, нету нихуя в Таньке? А? Нихуя у них, холодильник пустой там нахуй, а да? Пустой. Тебе порошником поедешь нахуй. Да. Да посмотри, что. Ну ладно, хоть что. Погода вообще козел. Коток, вот им, блин, как-то надо было. Ну а хоть капусту возьмешь, чтобы поешь нахуй. Какой капусты? Да, ага.
Я ем капусту. Я не козел, я капусту не ем, да? Танька, яйцо хоть съешь, блядь. Я козелок. Вот это надо еще выкинуть, блядь. Вон я ее забыл так отдать-то. Вы на время не забывайте. Чекотную шляпу. Точно? Дай Танька. Все волосы в пакете да, останутся. Да, мы знаем, 30. Так, Серега, сколько осталось минут? 25 минут второго. Не, сколько осталось? Я бог знает, как они будут красить. 18 минут было. 48 минут надо. 45 минут должно быть. А, так, Светка, блядь, смотрите, ребята, внимание, Светка считает, нахуй. Супер, блядь. Ну, без 15 и 2, и нормально будет. И все, снимаем мешок. Надо, приготовить. Дед, ты что там прикурился у тебя? Серег, короче, снимаем пакет, и все волосы в пакете. Я да. Зато говорю, сейчас не уже не надо будет. Проще, я тебе участвую, у вас я проще один, я буду пакет, мешок так завязать. А ты, Серега, это... Ох ты, нахуй, ох. Нюха. Нормально было все, что ты? Что, блядь? Че? Что че? Вот бы хуй бы у меня стоял бы, я бы тебя трахал. Да ты че? О, блядь, это тархун, блядь. Блядь, дед. Ну не стоит. Ты же недавно говорил, что... Да у тебя язык, блядь, есть. Языком будешь, нахуй, че? Нихуя. У тебя зубов нету, все равно красный, язык вытащил, да и все хуй. Нет, надо презентироваться будет. Да? Так он через презерватив оденете, да и все на язык. Не, бесполезно. Не заменит, да, вот язык, блядь, того-то, да? Да, скажи, дед, скажи, хочу по-живому, нахуй, да? Хоть да. Презерватив, нахуй, это хуйня на языке, блядь, правильно? Да, хуй, блядь, ты принесёшь, блядь, ты говорил, наш твой спрей на веселье, такое, ты чё, ой-ой-ой. Ты чё, тут будет весь квартал. Надо, знаешь, что надо воду поставить? Зачем? Ну, налила, чтобы она тёпленькая была. Горячая вода, да, разбавлять. Из батареи, что ли, прям? А, там нормально, техническая вода, у тебя не смоется, нахуй. Нормально, Паша. Вы пьете ее что ли? Паша, ну, как купить? Надо купить это лезвие. Я думаю, другого. Я вам дам денег сегодня, купите, потом сами. Я вас привезу, когда денег снимем, я разжив дам денег вам. Так, купите. Подожди. А то, блядь, закурим. А вот туда, блядь, сейчас открывать. Правильно тебе сейчас, дед, блядь, волосы. Ну да, отращивать, нахуй. Если хуй не стоит, так волосы нормально, дед. Да, щекотать, нахуй. Да, она царапает. Кого я тогда перепутала так? Как будто... Да, я думаю, Паша, как будто это... Что у нас сейчас потолок поднимется. Царапаешь ее. Ну а что, блядь, Таньке-то бороденка пощекотишь, нахуй, Таньку? Нихуя не буду. Не будешь щекотать? Не будешь, почему ты не будешь? А если Танька силы заставит, нахуй? Я тебя перепутала с этим. С кем? В машине, блин. Братом, вроде. Багажником, нахуй. С багажником? Я да. Не перепутаю. Нет. Ты что ты заговорил так? Как? Как? Я думала, это он сидит, а сидел-то не он. И до меня только к тому же. Да, да. Почему я пьяная была? Пьяная была? Пьяная была. Это нормально вообще было. Да ты в багажником ехали, они же ведь обоссались. Это в тот день, что ли? Да. Блин. Светка, сколько времени осталось? Это хоть пьяный, не пьяный, я хуй бас. Да, ну там хорошо же. Я не знал даже. Бывает, да, да, вот тут такой спорт. Да как так, нахуй, в туалет идти? И, блядь, все вот там, все, прыскать. Такая ему писька, там краска намазала же. Да хули. Он у нас заклеился, он не мог, блядь, посядь, нахуй. Там заклеенная писька. Наверное. Че, чешется, Светка? Сейчас приедем, Вовка. Реакция должна быть, там вообще все горит. Курицу. Надо было нам сначала на кожу, наверное, курицу. Опять курицу. Нет? Так хотелось человечачины поесть, да? А что будет? Нет, давай. Желудки. Давай желудки. Какая разница? Нихуя себе, блядь. Да нахуй заебала. Нихуя себе. Вы Таньке не рассказывайте, Танька, блядь, придет, у вас курицу заберет, нахуй. Она так раз забрала курицу. Да, когда это там. Да, на природе, помнишь, Танька забрала? Себя дедушке бы лучше отдала. А нахуй, где я буду варить? А, не знаю. Да, а мы-то еще были, она линяет. А мы там хули, там весна, не варить. Весна, у нее сейчас это, линька шерсти идет. Надо будет ролик с вами. Кого? Она кушает кушать. Он там такое подрассказал. Ну ладно. Товарищ тоже еще есть. Как они? Ну, блядь, забыл. Иди ты нахуй, да-да-да. Нет. Рыжа, что ты не пьешь? Хочу позвучить. Поздравить этих подписчиков. Подписчиков. Давай, поздравляю с вас. С Павской. Ну, только я не знаю, как их называют. Подписчики, скажу, друзья, скажу спасибо огромное. Да. Ох, давай выпей нахуй. Подписчики.
за вас и за праздник рюмку поднимаем. За вас. Давай, Христос воскрес, скажи нахуй. Иисус воскрес. Да. Воистину воскрес. Да. Ну так вот сама найдется, наверное. Зачем? Ну как, зачем? Про кого там найти? А, мне искать дальше. Ну а кому? Я-то видел. У меня так находится, я даже не ищу. Заикаешься? Почему? Да, руль нормально говоришь, что? Да, выпишешь, не кажется? Ну, у меня... У меня пятерых собак. О, у нас там собачки бегают, хорошо. Да? Кусали. О, нормально. А ты какую курицу? Только кастрюлю не надо мыть. Не сидят курицы? Просто раз поставил ее, и они быстро помыли. Никакой воды, ничего не надо. Быстро вымою. У меня такая штука. Сижу у сеструхи дома. Я закрываю. Сижу у сеструхи дома. Девки приходят. У меня дети. Полная раковина, короче, посуды. Короче, я говорю, девчонки, я говорю, бак, говорю, ну нагрелся, вода теплая. Ну, просто краночки открываю, вот мой. Я говорю, посуду помойте. Дядя Вова не будем. Я говорю, ладно, хорошо. Беру тазик, говорю, малированный, большой. Всю посуду туда. Я, короче, пол кастрюли. Ну, замочил, короче. Пол кастрюли супа. Я говорю. Че, говорю, кастрюлю-то, говорю, надо освобождать, говорю. Мама говорит, папа сейчас придут с работы. Им надо варить, что-нибудь сварить, там, приготовить. Кто, говорю, будет мыть? Никто. Я говорю, ладно, пусть будет так. Беру этот тазик. С собакам. Нахуй. Черным. Ну, овчарка у нас. Черным. Черный кушай. Скороварку. Ну, это, знаешь, это, с этими. Блин. Короче, беру ее и нахуй в ограду. Мой. Собака вылезала, а потом ты готовил, что ли? Алло. Да. Фу. А чё? Нормально вообще. Здорово, здорово, собака спасибо. Это чистая. Воистину, собаки воистину, 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 да, воистину, да, воистину, да, воистину, да, воистину, да, да. Давай, друзья, я просто, я на всем вводим, да, мы его снимаем, мы снимаем видосы, вот. Да. Да. У да, собаки да, самый чистый язык. Ну, да, это кошки. Танюшка, кошки, Танюшка, и бульдогу яйца покрасить, мы сказали, просто с Краснодара. Ладно, все, давай, там на всем. Я давай, 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 давай. Все, вот посуду поставил, на быстро выложил, все, помой. Танька слушал, думал, что там история какая-то будет. Даже это, не надо эту посудомойку, просто вынес, поставил. Ох, как хорошо. Светка показывает историю про собак, рассказывает, а Светка хуярит. Ей похуй, блядь. Светка, сколько времени осталось? Один раз только, Серега, я приготовил покушать. Опа, Танюшка запивает, нахуй. Опа, везде нас ловят. А дедушки не наливают, нахуй. А, что, он... Скажи, хуй тебе, а не хлеб. Не идет, да, на картошке проживет. Я проживу, только давай мне бутылку сюда. Ох ты, да. Да что ты мы говорим, блядь, какие мы? Да я глоток сделаю. Да сейчас я тебе глоток дам. Не надо мне ступки. Я нет, будем из зимы. Да, вы же, блядь, бомжи, а не свиньи, блядь. Будет постоянно. Такая, правильно, Светка? Да, Светка? Я говорю, вы что, совсем? Опа! Светка тебе дерется, мне так уехала. А что это за меня? Вот ну вы массы. Твой. Ваш домой ходит. Сейчас я тебя налью. А, на улице. Не пей, надо. Да? Нет, я тебе через улице, горла не дам. На улице пей. Да, я глоток сделаю. Я сказала, из горла тебе не дам. Сейчас налью дохуя. Ну вот нахуй мне столько. А сколько тебе надо? Давай еще налью. Опа, девочки, губешка раз, так хопа, рэпчик. А ему как лопата, знаешь, вот. Ну, много, что ли, было? Конечно. Да? Так оно было думало наоборот. Дед от сетки по башке получил, все, и сопки начал пить. Да, дед? Хули скажи. Как? Спасибо. О, дедушка, Агуша, Агуша, дедушка, прямо сейчас молодец. Ты яичко-то что не ешь? Не, яички, штанах, блядь, он не ест яички, яйца. Яйца дай, дай ему яйцо. Не надо. Возьми яйцо, блядь. Христос воскрес. Христос воскрес, давай, тебе крас. Да. Быстро, это что же это же должно. Давай, кушай яйцо. Слышал, блядь. Все, дедушка, не ест, не ест, блядь. Из горла, из топки не пьет, выпил. А мы привыкли. Нормально надо. Светка. Я говорю, слушай, я говорю, тебе что там не кушать. Во! Блядь, Диня, не заебали. Верба. Все нормально. Верба, ну. Все нормально? Ну, сейчас попьете, я вас повезу, сейчас посмотрим, волосы покрасятся, поедем. Гоните пельмени, домой.
Домой вас повезу. Денег сниму вам, дам денег вам, зарплату заплачу вам, и поедем. Два раза готовят. По пацану на стопике. А хули я что им племянникам скажу? А хули я его? А кто это? Они все за 70 лет. Все такие, блядь, ебать, мой хуй. А что ты? Четвертый год ебать. Блядь, молодец, что ты, блядь. Мишка, он, блядь, ему 30 лет, блядь, а вот не пьет, пить уже забросил, да, Мишка? Ой, ты-то, блядь, только, ты-то, блядь, 70 лет только начал, а он уже 30 лет закончил. Я-то не пил. Вообще не пил раньше? С бабой жил, я не пил. Вообще, вообще не пил, что ли? А нахуй запил? А вообще умерла. Все, начал хуярить. Я уже... Ну, привык уже, весь. Однолюб ебаный. Да сейчас, подожди, еще пару сопочек выпьешь, может, блядь, и Таньку полюбишь, ёпта. Чё ты, блядь? Охуеть, блядь. Однолюб, однолюб, нахуй. Сейчас и ебанёшь, нахуй, и пошёл к Таньке, блядь. Нет, ты чё, ё-моё. Рыжего подмышку, Таньку на шишку и помчались, нахуй. Уть, блядь. Ну, и он на стул посадишь её. Давай я лучше возьму бункер свой. Зачем? Торчишь, что ли, блядь? Чё делать-то? А, спать? Чё ты в бункер делать-то? Чё, хуёшь ли у нас шалаш там? В бункер ты куда пошёл, нахуй? В пролом, блядь? Дед перепутал уже, блядь, место жительства, нахуй. Не в ту хату, блядь, хуй пошёл. Да, хуй. Ты чё, блядь, берега попутал, дед? Дедушка, ну чё, блядь, в шалаше живёте же, блядь. Слышишь, нет, а вот, урор. Я сейчас тебе скажу, чё, да. Ты вообще сказали, что чё, там, дед, ты бас, там. Ушёл, блядь, набор отвал, куда спать. Я да, они в шалаше живут там, нахуй. Со своими телефонами, с пизду, нахуй. Они в шалаше живут. Блядь, шалаше, что ты это? Да. С рыжим живут они, все, нахуй. Живешь там, что ли? Только не говори. А это не геолокацию не говори им. А то киса в гости придет, нахуй. Не, киса в гости идти, ты че? Сетка выгонит, ты в шалаш, то же он на трубу вернется, нахуй. Придет. Блять, Вован, Светка выгнала. Потом знаешь, что будет? Дома. Да, в следующее воскресенье привезет. Два дня проходит. Ну, два дня. Мертвый номер там. Знаешь, что надо? Где? Чтобы ты музыки накачал ей на флешку. Не знаю. У тебя волосы, блядь, уже спали, нахуй. Мешок там тяни, блядь. Шалаш, нахуй, не того. Какой ты вот такая вот вся? Через 10 минут снимать. Их, блядь. Броня, сука. Внимание, снимаю. Я уже так снимаю, уже не переживай. Бесполезно, блядь. Четыре хачки Беломора, ебаный рот, ага. Там бесполезно, там Беломор даже не поможет. Флешку хочешь достать? Бесполезно, да? Там хули, там стенку горох. Нормально, 8 гиг, у меня тоже на 8. Да? Охуеть. Там объясняйся хоть. Мне надо тоже, знаешь, что мне. Мне надо посерьезнее надо. Музыку надо. Мне надо пороки накачать. Ну видишь, видишь, я не куда динамик. Динамик никуда какой-нибудь. У тебя что есть? Так сразу. Тебе пороки надо накачать? Да нет, музыку надо. А, тренки? Да. Вот, все. Какую музыку? Шансон или что? Да разные музыки нет. Нет, сопли, знаешь, что баба обычно слушает? Сопли. Сейчас. Рэп? Рэп, что ли? Рэп. Нихуя себе. Ёпта, ёпа, блядь. Нихуя рэпчик, нахуй. Даже Мишка охуел от рэпа, блядь. Я Мишка... там в 87-м. Ладно, накачаем. В 8-м был... Танечка, наливай, нахуй. Да кому? Да что, блядь, там? Света, ты... 22. Сейчас, Светка, уже снимать, через 5 минут будем.